работал в родной Ухтовске, в результате пострадали мирные жители и сам глава МВД. Утром сообщалось, что Луганск вновь подвергся обстрелу с украинской стороны. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили гранату ракеты «Стормчик-2», также еще не получили аэродромные функции на Луганске, 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 прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики, общетранспортные связи, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера и так далее, отметил глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл сегодня на центральный пункт ВВС и войск ПВО, где заслушает доклад об организации выполнения задач выступа о противовоздушной обороне. Об этом сообщило агентство Белта. В Москве, вернувшись в Минск, президент принял участие в церемонии возложения кубка, но не стал выступать с речью. Второй тур выборов президента Турции состоится 20 лет.